Знакомьтесь, это наша судьба. Наташку вы уже знаете. Наташка у нас умница. Наташка, это судьба. Вот. Я сейчас хочу обратиться к людям знающим, которые могли бы подсказать, жреба кобыла или нет. То есть, кто может подсказать, есть ли такое вот дело у нашей кобылки. То есть, вроде как крыто в феврале было, какого числа неизвестно, но сейчас вот, я не знаю, у нее как бы вот в этом месте, да, вот здесь вот, как бы вроде бока впали, вот если так посмотреть. И кто может подсказать по виду кобылы, жеребая, не жеребая она, как бы 11 месяц идет. Вот требуется помощь знатоков. Так что, господа коняшники, лошадники, любители лошадей, очень просим помощи. Может, кто знает, может, специалист, кто сходу сказать может, если такое, конечно, возможно. Очень будем рады советам, как ухаживать за жеребенком и что нужно делать в этих случаях. Ну, соломки подстелить в ближайшее время, если это так действительно, то понятное дело. Вот. Какие еще признаки могут быть того, что в ближайшее время кобыла должна жеребиться? Ну вот сейчас вот я показываю странности, которые произошли. Вот в этом месте, вот сейчас она голову повернула, у нее бока впавшие. Вот, что странно как-то. Вот в этом вот месте, вот сейчас покажу, вот в этих вот местах, вот здесь, у нее как провалы какие-то появились. Так она не худая, все, хребет не торчит, все отлично, она как бы кобылка в теле такая. Все, молодец, ножку поднимай, поднимай ножку. Молодец, хорошо. Все. Так, вопрос номер два. Что значит... Вот это вот, кто знает, что это такое значит? То есть, кобыла просто вот, когда к ней подходишь, она вот все, что на мне найдет, вот так вот откусывает, отгрызает, короче, уничтожает. Замки и пуговицы, ну, язычки этих замков, ну, все приходит, вся одежда выходит из строя. И вот постоянно вот так вот она делает. Кто знает, что бы это значило? Судьба. Что ты делаешь? Ну, ты именно так вот будешь стоять час, а на час будет этим заниматься. Судьба. Что ты делаешь? Отпусти. Отдай шнурок. Все, все, все. Хорошая лошадь. Да, хорошая. Вот это будет вот так вот вытворять вот с моей рукой вот то же самое. И еще пытается ее сожрать. Вот именно она ее как грызет как будто. О. А потом открывает рот и пытается съесть мою руку. Что вообще это такое? Кто знает? С чем это связано? Ай, умница, все. Но не кусает. То есть, таких опасных сюжетов нету. Судьба. Ты хорошая девочка. Шнурок, ну отдай. Отдай шнурок, говорю. Отпусти лошадь, отдай шнурок. Отпусти, говорю, отпусти лошадь снова. Отдай. Она откусила что-то, дай. Отдай шнурок, говорю. Отдай. Судьба. Интересно, ничего страшного не будет? Слушай, одну пуговицу она как-то съела. Отдай, отдай, отдай. Отдай лошадь. На. Подожди, сейчас попробуем не так это. На-ка, все сожрало. На. На. Сахарок, на. Судьба. На. Судьба, на. Отдай мне игрушку, на. Отдай игрушку, говорю. На. Не отдает. Ты смотри, что творит. Вот огрызет ее и все. Как же забрать-то ее?
На, сахарок, вот сахарок, давай, сахарок. А эту не отдает, смотри, жадная какая. И то, и сахар дай, и это дай. Ну все. Ну, короче говоря, сейчас посмотрим, что произойдет. Ну отдай пуговку. Отдай пуговку, говорю. Судьба. Не отдаст. Фу, судьба. Не отдаст. Смотри, что у меня есть. Отдай пластмассину. Вопрос номер три. Как в таком случае у лошади забрать пуговицу? Отдай пуговку. Странно. Отдай, судьба. Я тебе говорю, отдай. Иди. Отдай. И сахар не надо, ты понимаешь, что творит? Так, ладно. Наташке отдал. Выпьем, говорю. Давай сюда. Слушай, ну что? И что это там делать? Вот смотри, что сейчас будет делать. Судьба, на. Смотри сейчас, что будет делать. Целоваться со мной собирается, видишь? Эй. Не хочет отдавать. Что, сожрала? Ой, умница, все хорошо. Съела пуговку. В общем, пуговица ушла. Нет, она еще где-то там. Интересно, ничего не будет лошади? Ну все, все. Судьба. Да. Интересно. Но я не думаю, что от куска пластмасса что-то будет, да? Отравления ж никакого не будет. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, будем считать, что она съела улитку. Съела улитку, да? Ты улитку съела. Ты такая сладкая лошадь. Ты лошадь сладкая. Ты умница. Да, да, хорошая девочка. Моя умничка, моя хорошая. Да, зайка, молодец. Все, молодец. Сожрала пуговицу. Ну, вот так вот постепенно пуговицы отлетают. Больше не дам, все. Опять что-то ищет. Все, молодец, все, хорошая, молодец, все. Вот, ну, в принципе, все, что хотелось бы узнать. Может, кто-нибудь подскажет, в чем дело, что это такое? Все, не грызи ручки, не грызи, откусишь ручки. Все, молодец. Надеюсь, что кто-нибудь найдется знаток по лошадям, который сможет ответить на наши вопросы. Очень бы хотелось узнать, что это значит, когда лошади так делают. Все, всем пока.